Всем привет, дядь Юра, дает прогноз на матч 5-го тура Лиги Нации Латвия-Фарерские острова. Встречаются первая и третья команды группы D1. Статистика команд. Сборная Латвии набрала 3 балла, не выиграла ни одного матча, одно поражение и 3 ничьих. Все игры прошли на тотал меньше. Сборная Фарерских островов набрала 10 очков, потеряв очки как раз в домашней игре с Латвией, в которой были шансы на победу у обеих команд. В предыдущем туре Латвия обидно проиграла Мальте, пропустив гол на 90+6 минуте матча. Фареры в одну калитку выставили Андорру, не дав сопернику ни одного шанса помечтать о ничьей. 3 последние очные матча Латвии и Фарер закончились в ничью. В 2016 году Фареры выиграли в Латвии 2-0. Сейчас у Фарерских островов имеется реальный шанс выйти из группы. Для этого им надо обыграть Латвию, и тогда последний матч с Мальтой не будет иметь никакого значения. В общем, эта задача вполне по силам Фарерским островам. Латвия последние 7 матчей отыграла на тотал меньше. Это очень длинная серия даже для Латвии. Поэтому в игре с Фарерами запросто может стрельнуть результативный матч. Тем более, что Фареры команда достаточно веселая. Можно запросто выдать что-то по типу игры с Мальтой на 3-2. Которая тогда могла закончиться где-то на 8-3. Перед последним поражением сборной Мальты Латвия провела 5 матчей без поражений. Это еще одна супердлинная серия прибалтийской команды. В среду в Товарняках Латвия будет играть с Сан-Марино, а Фареры с Литвой. Но это большого отношения к предстоящей игре не имеет. В норме игра должна снова пройти на тотал меньше, и обе забьют нет. У Фарер хороший шанс не проиграть, но скорее всего гости должны в этот матч выиграть. Из связки ставок тотал меньше 2.5, обе забьют нет, x2. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют нет, 1.71. На тотал меньше 2.5, 1.56, на x2, 1.66. Все ставки имеют высокие шансы на заход. Но опять же, напрягает супердлинная серия Латвии на тотал меньше. Поэтому лучше взять ставку на непроигрыш гостей, которые сейчас находятся в хорошей игровой форме. К тому же, 2 шанса из 3 всегда выгоднее, чем 1 из 2. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.